феноменальный голос, сценическая харизма, неоспоримый талант. Димаш. Если раньше нас узнавали по таким нашим известным лицам, как Бибигуль Тулегенова, как Ермек Серкебаев, то теперь все наша молодежь, и не только молодежь, в общем-то, казахстанское культурное общество говорит, первое имя называют Димаш. И это очень символично, потому что действительно за молодежь и будущее. И, конечно, мы очень вам благодарны. Вы воспитали достойного сына казахского народа. И, конечно, сейчас хотелось бы о нем много говорить, потому что есть уже и исторические кадры, снятые на конкурсах, есть и, конечно, те его достижения на мировой арене эстрадной, на арене культуры в разных странах. И, конечно, это очень приятно. Который год выпускник и магистрант Казахского национального университета искусств Димаш Кудайберген представляет культуру родной страны своим уникальным голосом и неповторимым сценическим стилем. Участие в международных конкурсах принесло ему всемирную известность и армию поклонников в стране и далеко за ее пределами. Конечно, наша гордость – это Кудайберген Димаш. Это гордость не только нашей кафедры, но и всего университета. Мы им очень гордимся, потому что он представляет Казахстан по всему миру. Сегодня творчество Димаша напрямую связано с огромным количеством концертов, мировыми гастрольными турне, встречами с известными людьми и грандиозными международными творческими коллаборациями. Қандай болды, сондай. Үйге келгенде біз солай көреміз өзімізді. Иә, өздеріңіз сіз. А бірақ енді өскен байқап отырмыз, біліп отырмыз енді оның беделінде байқап отырмыз енді. Сондықтан сіздер құрметтеп, дәріптеп енді сондай жоспарларыңыз бар екен, оқуға жіберу жөнінде. Иә. Соның бәрін маған ұнап отыр өте енді. Қолдаған үшін ризамыз. Енді мамасы айтады шығар енді. Иә. Осы кісі енді. Еңбек 90% сіңірген адам. Сізді мама дейді, де? Әкесіз дейді, сізді мама, папа дейді. Шақырғандарыңыз рахмет. Димаштың енді Ақтөбеде колледж бітіргеннен кейінгі әрі қарай дамып, өсіп өркендеуіне, осы жоғарғы әлемдік деңгейге көтерілуіне, бірінші Алланың берген дауысы дейім. Енді екіншіден сіздердің оқу орнының жақсылап бағаланғанының нәтижесі ғой деп ойлаймын, бақыт берген жақсы. Үлкен рахмет айтамыз. Ол енші сөйлемелік шыға болмалдыр, өйткені менің ректорым Әмет Мұжырек сіздің саны жұрған. Сіздерден келгенеңіз өйткені рахмет, қалашында қашқан. Сіздерді қатысаның өзгенше.